меня там спрашивают, может ли бродяга качать за проценщика. Ну, например, ты можешь считать, что это за проценщика. Он качает, а он объяснит по-другому. Скажет, не за проценщика, а за законы, какие были установлены в городе. Например, я могу приехать в какой-то город, мне объяснят, там, Валера, у нас тут собирают, короче, деньги, греют то-то, собирают те-то, объяснят мне, кто собирает, куда, сколько, и все. Я соглашусь с этим, с этой, как принято в городе, установку, а потом начну там что-то наворачивать свое. Мне же скажут не за проценщика, а скажут, ты согласился жить по нашим нормам, а потом начал наворачивать. Я буду иметь в виду, что меня за проценщика качают, а там за мои слова, за мое согласие жизнь по нормам, а сам наворачиваю. И все. Можно трактовать как хочешь. Поэтому самое лучшее предъявлять на кругу, все по закону предъявлять. Если обосновали, и круг вынес решение, что прав тот или другой. Ну, главное, круг вынес решение. Вот и все. И будет это решение, будет обязаловка. А там проценщиков, не проценщиков, каждый может толковать как угодно. Такое же было. Один говорит, у вас за спекулянтов вступился, начал качать, а на самом деле не за спекулянта. Ну, потом мне сказали, ну, мы же тебе объяснили, тебя грели, тебя встречали со собранных денег. Проценщики, барыги все собирают. Мы тебе объяснили, ты согласился, что так можно, так нормально. А потом начал грабить. Ну, тут можно толковать как хочешь. Но самое лучшее круг собрать, вынести вопрос, что разборки начинаются по такому вопросу. Всех участников собрать и доказывать. Если доказал круг, перед кругом он согласился, что решение круга будет законно. И все. Он согласился, круг вынес, как в игре. Так выпала карта, и все. Против тебя или за себя. Ну, круг вынес решение. И ты обязан будешь подчиниться. Так я это вижу так.